За первый квартал 2019-го, а это всего 4 месяца, на свет появилось порядка 3500 детей, маленьких жителей Брестской области. Врачи говорят, в этом году на 300 родов меньше, чем в прошлом, но за цифрами статистики уже давно никто не гонится. На кону качество. И показатели в этой области не заставляют себя долго ждать. В Бресте самый низкий уровень младенческой смертности. К счастью, нам удалось снизить этот показатель до минимума. Также у нас хорошие показатели перинатальной смертности, хорошие показатели профилактики пороков развития плода, в частности, выявляемость пороков по Брестской области, что является также качеством нашей работы, самое высокое в республике. Каждое рождение, каждый первый крик малыша не только большая радость для семьи, но и для большого коллектива Брестского областного родильного дома. Одним из важных направлений работы учреждения была и остается забота о здоровье матери и ребенка. Есть такая пословица: врача, который не занимается самообразованием, надо бояться больше, чем самой болезни. Ну и, наверное, в этом есть определенное рациональное звено, потому что каждый день мы ретроспективно анализируем какие-то свои ошибки, каждый день мы разбираем случаи, каждый день мы где-то что-то случилось, мы тут же собрались, мы это проговорили, мы вынесли из этого какие-то выводы, мы определили пути решения, мы организовали алгоритм работы для профилактики вот этих ошибок. Если жизнь начинается в роддоме, то продолжается в семье. Трещины в семейных отношениях могут появиться как при первых конфликтах, так и после совместно прожитых десятилетий. Что делать, когда рушится семья, брак трещит по швам и разваливается? Об этом мы не только говорили на пресс-конференции. Семейную терапию проводят психологи. На базе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья специалисты работают на бесплатной основе и анонимно. Потихонечку это набирает свои обороты. Не так, конечно, распространено, как, скажем, на Западе, да, или в той же, ну, скажем, в Америке, да, вот где-нибудь. Но по чуть-чуть люди, скажем, проникаются вот этой западной культурой и тоже идут на прием к психологу. Запись на прием ведется по номеру телефона 20 15 55. Психологи работают с 8 до 16:00.